Это единственная подобная деловая площадка в России. Здесь заключают соглашения и размышляют над улучшением сервиса. К участникам на пленарном заседании обратились губернатор Краснодарского края и глава Сочи Алексей Копайгородский. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня одна из важных задач – сделать курорты края еще более привлекательными именно для нашего российского туриста. Количество нашего внутреннего туриста должно расти на наших курортах, на наших курортах. Надо перестать просто быть донорами других стран, которые тоже зарабатывают на туризме. Мы должны для начала сделать то, чтобы наш турист, я обращаюсь к своим коллегам, жители нашего края, в первую очередь выбирали свои курорты, наши курорты, которые должны быть для них, в первую очередь для наших жителей, привлекательными и комфортными, и доступными в комплексе. Совокупность сегодня многих составляющих дальнейшего развития санаторно-курортной отрасли в целом региона, наверное, и страны. Совокупное решение, совокупность проблем, низкий уровень гостиничного сервиса, дефицит квалифицированных кадров, тех кадров, которые на самом деле являются лицом любого курорта. Но это тоже отдельная проблема, которая, я тоже уверен, будет обсуждаться сегодня на полях форума. Их же тоже нужно растить, формировать, создавать. И все вы прекрасно понимаете, что кадры, которые сегодня работают на наших курортах, не должны быть сезонными, они должны быть круглогодичными. А это опять те вопросы, на которые нужно давать ответ, что сделать нужно для того, чтобы курорты, по крайней мере, Краснодарского края, стали круглогодичными. Этот форум уже давно стал главной деловой площадкой для развития внутреннего и въездного туризма. Хочу сказать, что Сочи ведет постоянную работу по увеличению туристического потока и демонстрирует уверенный рост по загрузке номерного фонда. С начала этого года город уже принял 5 миллионов 775 тысяч гостей. После официального открытия встреча в зале продолжилась дискуссия о партнерских возможностях в туристическом бизнесе. Глава региона призвал представителей бизнеса к открытому диалогу. Туристический бизнес, он полутеневой. Если уж по-честному, как между профессиональными участниками самого бизнеса, так и по отношению участников туристического бизнеса к государству. И вот здесь эту проблему тоже нужно решать, потому что здесь должно быть навстречу движение друг к другу. Мы должны выйти максимально из даже полутени и выстроить прозрачные, честные отношения, выгодные и для бизнеса, туристического и для государства. И, наверное, это самое главное, что нам нужно сделать. Принципы взаимодействия в этом случае. Кто должен сделать первый шаг, либо он должен быть совместным. Мы тоже должны определить на площадке, на полях сегодняшнего форума. Практические инструменты привлечения туристов посетители смогли увидеть на выставке. На ней представлены лучшие гостиницы и турагентства. В течение 2 дней для ательеров и туроператоров пройдут десятки семинаров, мастер-классов, деловых игр, встреч с топовыми тревел-блогерами.